Доброго ранку ще раз усім, хто доєднався до нашого ранкового бадьорого ефіру. Сьогодні до нашої студії завітала наша колега по ранковим підйомам Аліна Кузімович, фітнес-тренер, реакреолог. Ми дякуємо вам, що ви все ж таки прокидаєтеся разом з нами, і сподіваюся, сьогодні буде знову ж таки корисна та цікава розмова. Здравствуйте, так, доброго ранку. Доброго ранку. Слухай, ми тут, друзі, поясню вам зараз, коли Аліна до нас прийшла, ми говорили про те, що досить таки корисно для людини прокидатися рано. Розкажи, будь ласка, у чому користь? Бо ми, знаєш, прокидаємося, і не завжди воно так класно і все, і бадьоро. Дуже-дуже важливо просипатися утром, але не всі люди об этом знають. На самом деле, вот, в ведах ведическая есть астрология, йога, аюрведа, вот это все между собой очень сильно связано. Говорится, что тот человек, который просыпается рано, особенно когда просыпается на восходе, когда солнышко просыпается, когда птички уже тоже рано просыпаются, поют, человек получает много энергии, праны, жизненной силы. А тот человек, который не просыпается, а спит в это время, он не получает эту прану, жизненную силу. Потом он уже в итоге не такой успешный по жизни, не такой энергичный, не такой счастливый и не такой здоровый. Вот. И как известно, если почитать биографии людей, посмотреть сейчас в Ютубе очень много доступных видео, все успешные люди просыпаются рано. Вот, очень рано. Раньше, чем другие, чем те, кто в жизни вот, ничего не хочет, ничего не может. Такие пассивные. Да. То есть получается, что солнце в эти ранние утренние часы, даже если солнышко на небе не видно в этот момент, оно может быть закрыто тучами, оно дает человеку эту невидимую энергию. Вот, поэтому очень важно рано просыпаться. И, соответственно, раньше ложиться. А у вас выходит раньше лягать спать? Очень-очень стараюсь. А ось, дивіться, для того, чтобы зранку прокинутися, ваш зазвичай такий режим ранкового підйому, це о котрій? Это 5.40 утра. 5.40. Да. Ну, мы с тобой трішечки випереджаємо. В принципі, поряд. І щоб вам висипатися, котрі ви маєте лягати? Я стараюсь, конечно, в 11 уже ложиться, но у меня два ребенка. Вот поэтому они иногда позже хотят спать, чем два пізніх сонечка, які лягають спати, да? Да, поэтому иногда я, конечно, позже ложусь, но стараюсь, в принципе, до 12 точно. Но тот человек, который уже начинает рано просыпаться, он, соответственно, и вечером уже раньше хочет ложиться. Угу. То есть не надо приучать себя изначально просто раньше ложиться. Нужно просто пару раз раньше проснуться, и все, и организм вас сам заставит раньше лечь вечером. І ось дивіться, ми прокинулися зранку. І що ми маємо зробити такого спортивного та бадьорого, щоб наш день був заряджений? Поділіться своїми секретами. Да. Да, відкрити глаза. Да, це найголовніше, знаєш. Ну, нужно попить водички теплой, не холодной с утра. Можно принять контрастный душ, а затем сделать физические упражнения. Физические упражнения утром не обязательно делать какие-то как супертренировка, да, я не советую прямо вставать и бежать с самого утра куда-то, да. А можно сделать, например, комплекс из йоги Сурья Намаскар. Очень простой комплекс. Опять же, Сурья – это солнышко, Намаскар – это приветствие солнцу. Угу. Из 12 асан можно повторять несколько кругов, начиная от 2 там, до 12. Подходит всем людям, любой возраст, да, любой уровень физической подготовки. И можно доходить до 108 кругов. Если человеку легко, то он без проблем может себе усложнять. 80 кіл. 108, да, круг. Людей, як правило, класика життя, ускладнювати собі життя. Да, да. Ну, якщо що. Ну, якщо вдруг, кажеться, що... Слухай, а от скажи, якщо ми зранку прокидаємося там рано, так? Ми не приймаємо контрастний душ, ми починаємо дихати. Да. Дихання йогівське, воно пробуджує? Конечно, конечно. І во время выполнения, опять же, Сурья Намаскар, тоже мы обязательно дышим. У нас циклы дыхания есть, вдох, выдох, мы задерживаем чуть-чуть дыхание. Вот, дыхание очень важно. Не только во время выполнения упражнений, люди об этом забывают тоже, вот, но и в жизни нужно стараться правильно дышать, глубоко, медленно, делать долгий выдох, вот, обязательно. А правильно дыхать – это как? Поясни. Это люди часто дышат не глубоко, поверхностно. Вот сверху только вдох, выдох. То есть не насыщают кровь полноценно кислородом. Нужно дышать медленно. Вот есть такая практика. Например, вы делаете на 5 счетов глубокий вдох. Можете попробовать. Давайте. Слушай, ну давай. Прокатайся. Так. Да, да. На 5 счетов делаем глубокий вдох.
на 5 счетов задерживаем дыхание, а потом на 10 счетов, то есть в 2 раза дольше, мы делаем выдох, медленный выдох, и потом снова в конце на 5 счетов задерживаем дыхание. А ну, давайте спробуем. Такая практика. Я вже спробувала, почекай. Она... Я хочу швидко. Зараз. Эта практика успокаивает очень ум. На 5 счетов делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание на 5, на 10 медленный выдох, спокойный, и снова в конце задерживаем дыхание. І повторяємо несколько разів. А ти відчуваєш, яка тиша одразу запанувала наші студії? Сподіваюся, що це була така, знаєте, релакс-терапія для всіх глядачів. Ви такі зараз затрималися і видихнули. Да, особливо в стресових ситуаціях. У нас життя повна каких-то стресів, суети. І дуже важливо не просипатися і знову у всіх дітей, у всіх сім'я, робота, всіх збирати. А я би посоветувала, особливо мамочкам, просипатися на полчасика раніше, ніж всі остальные, і уділити час собі, время тренировки, время сама с собой, тишина. За окном реально поют птицы. Можно включить приятную музычку и сделать хотя бы сурью намаскар. Вот. Но есть еще один комплекс, тоже очень классный, очень простой, очень понятный. Там всего 5 упражнений. Он называется 5 тибетцев, либо око возрождения. Ух ты! Вот. И там всего 5 упражнений. Делается по 21 раз каждое упражнение. И все. То есть, и тоже человек получает очень много энергии. Во время практики, вот я веду каждое утро онлайн-занятия по йоге, у меня женский онлайн-клуб. Класс. Вот, и мы загадываем желания. И каждый человек, даже если просто сам собой занимается дома, делает сурью намаскар, либо 5 тибетцев перед тренировкой, может намерение сделать, да, загадать желание, либо какой-то на наш день сегодняшний, либо на всю жизнь, и вкладывать энергию тренировки, потому что мы все-таки не только получаем энергию, но мы и вкладываем ее правильно, направить эту энергию свою на осуществление своих желаний. Тобто думки материальні? Да. А як правильно тоді загадувати бажання? Ну, желательно в настоящем времени без частички, нет, как будто это уже у нас есть. Например, я успешная уже, я не я хочу быть успешной, а я успешная. Я успешна. Да. Да. У меня есть там то-то и то-то, если мы хотим что-то материальное. И желательно визуализировать. То есть это буквально 30 секунд перед тренировкой, перед настройкой на практику. Мы останавливаемся, успокаиваем дыхание. И зачем нам заниматься просто так? То есть понятно, что не просто так. Мы улучшаем свою физическую форму, мы оздоравливаемся, у нас все системы приходят в норму, выравнивается осанка, мы сбрасываем лишний вес, вот, мы успокаиваем свой ум. Почему бы нам еще не загадать желание? Клас, мені здається, якщо так розпочинати ранок, то взагалі потім так. У дні не буде ніяких перешкод, і ти розумієш, що все тобі підвладне. Да. Аліна, ти як рекреолог, розкажи, будь ласка, мені про правильний відпочинок. Тому що ми зазвичай думаємо, що спорт він виснажує, і ті, хто лінкуються, вони думають, а це просто напруження, я втомлюся, я не хочу. Але спорт часто також можна використовувати як відпочинок. Чи могли ви про да. це розповісти? Конечно, конечно, у нас теж многие люди воспринимають отдых як пасивний, да, потому что говорят. Я и так устаю, ну куда мне еще там танцевать, бегать, прыгать, если я на работе и так очень сильно устала. Но на самом деле рекреация, то есть физическая активность любая, то есть есть реабилитация, которая помогает восстановиться после каких-то травм, там, укрепить здоровье в плане уже у кого есть проблемы. И рекреация это то, что направлено на здоровых людей, как каждый день, например, кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то занимается йогой, кто-то ходит на танцы, кто-то занимается теннисом, такие непрофессиональные, не на Олимпиаду, тот, кто готовится, да, а непрофессиональные вот для себя, для здоровья, это рекреация. И активный отдых можно использовать в семье, каждый у себя может использовать, например, на выходные, когда мы едем куда-то в парк, мы можем не просто сидеть, делать пикник и кушать, таким образом мы думаем, что мы отдыхаем, а отдых — это смена деятельности, мы переключаемся, можно поиграть с ребенком в мяч, попрыгать на скакалки. Дрів піти вот. Наколоти. Да. Так, відчуваєш, що наївся, пішов дрів наколов і нормально. Да, норм.
От ми заговорили про родину, так, про дітей. От мені цікаво, що зараз, особливо молоді, діти, вони дуже прив'язані до телефонів. І от навіть там, спостерігаючи за оточенням там рідних, я бачу, що діти не дуже хочуть робити ту саму зарядку, не хочуть займатися спортом. От як їх підштовхнути до цього? Як їм пояснити, що це так само круто, як той самий TikTok? Якщо мама і папа не займаються фізичною активністю і будуть заставляти ребенка щось робити, у них це не вийде, тільки собственним примером. И вот, например, когда я дома занимаюсь, мои дети это видят, сразу подбегают ко мне и пытаются повторять эти упражнения. То есть это закладывается с детства. Даже если сейчас понятно, что гаджеты у всех есть, то потом они вырастут, и у них это будет как норма. Норма – активный образ жизни. Вот, поэтому только собственный пример, ну и понятно, режим должен быть. Ребенка нужно обязательно записать на какие-то секции, потому что у всех детей сейчас проблемы со здоровьем, с осанкой в первую очередь, в основном, очень мало здоровых детей, вот, поэтому, у которых нет либо плоскостопия, либо каких-то искривлений позвоночника. А я хочу повернутися до візуалізації. Да. Ти сказала, що от візуалізація, так? А наскільки важлива візуалізація в спорті? Ну, важно видеть конечный результат. Ну, если брать спорт как оздоровительный, да, ну, давай фитнес, про рекреацию. Про рекреацию, да. Понятно, что у каждого из тех, кто занимается, должны быть какие-то цели. В основном, конечно, занимаются для того, чтобы сбросить лишний вес. Да, в наше такое время, когда у нас еда доступная, неполезная, чаще всего люди сталкиваются с лишним весом, поэтому, понятно, хорошо визуализировать себя красивой, стройной, потянутой, вот, видеть наперед себя, и тогда будет больше мотивации и стимула. Вот, ну и понятно, нужно представлять, визуализировать эти упражнения, видеть, как мы их выполняем, для того, чтобы мы их выполняли правильно. Так, ну а тепер хочеться як рекреолога запитати. Якщо, наприклад, пара сімейна, так, от на роботі вони втомлюються. Да. У них є там півгодинки перед сном, наприклад, вийти на вулицю погуляти. Цього достатньо просто пройтись по парку, просто якось так, знаєш, скинути з себе емоційне напруження. Да. Буде достатньо як для фізичної активності? Це краще, ніж нічого. Прогулки – це теж окрема тема. Обов'язково потрібно робити прогулки. Я не советую, наприклад, моїм подопічним, да, бігати, прям бігати, тому що це зараз модно, всі бігають. Так як я рекреолог, да, я переживаю за коленні сустави людей і так далі. Вот, я советую просто ходьбу. Поэтому вечірня ходьба, либо утренняя, понятно, дуже-дуже хорошо. Хорошо, хотя бы полчаса в день, хотя бы час в день, если люди будут просто гулять на свежем воздухе. То есть не останавливаться где-то, попили кофе 5 минут и снова 10 минут прошлись, либо, как многие говорят, а я и так хожу от остановки до работы, там, то есть я хожу. Нет, это не считается. То есть выйти и целенаправленно 30 минут, либо час без остановки в быстром темпе мы прогуливаемся. Або декілька разів довкола будинку, да, якщо немає куди то йти. Это желательно, как дополнение, но я ещё всё-таки настаиваю на том, чтобы люди ещё параллельно делали упражнения, либо комплекс из йоги с утра. Если всё в комплексе, будет эффект намного лучше. И, например, интерес, кто-то хочет танцевать, кто-то, мужчины, ходят в тренажерный зал, вот несколько раз в неделю можно совмещать тренажерный зал, ходьба утром, комплекс из йоги. 10 минут будет достаточно для того, чтобы всегда, то есть не раз в год перед летом за 2 недели, а каждый день по чуть-чуть. И эта система, дисциплина, это намного лучше, чем вот мы временно и на время приводим себя в форму. І мені щось цікаво. У тебе великий досвід в роботі, і ти як рекреолог 100% спостерігала за тим, що от є сезонні такі моменти, що в який сезон люди більше втомлюються, в який сезон вони більш напружені, який сезон більш напружений, і коли потрібно саме більше приділяти часу з таким ось фізичним реабілітацією себе? Ну, це зима однозначно, тому що сонечка немає. Так как солнце нам дает, опять же, ту же прану, жизненную силу, счастье, когда его меньше, люди, соответственно, тоже становятся более такие медлительные, апатичные, больше кушают, хотят согреться, хотят получить какую-то радость, а радость мы получаем тоже от еды,
Вот. Особливо, коли знижки на солодке. Особливо зараз. Ну і плюс, люди прячуться за одеждою зимой. Одівають одежду, курточки, кофточки. І самі по себе теж не замечають, як лишній вес додається. Я советувала би, летом ми і так активні, ми і так більше часу проводимо на вулиці, ми куди-то їздимо, вот, отдыхаем. То есть больше активности все-таки зима, осень, это когда мало солнышка, мы сидим дома. Чаще всего работа, дом, день короткий, рано темнеет. Поэтому даже если солнце не видно, оно все равно каждый день встает. Mm-hmm. И мы тоже должны каждый день рано просыпаться. Вот, несмотря на то, что мы не видим, даже темно. И так у нас должна быть, опять же, дисциплина. Просыпаемся, делаем физические упражнения, и тогда все люди будут замечать вокруг, что вы выделяетесь из толпы. Вот кто-то унылый, мрачный, вот, а вы уже с самого утра успели и позаниматься, и много дел сделать, и на работу сходить. Ну, вот. Причому прийшов, розвернувся і пішов. Ні, це не моє. Передумав. Так, передумав, дійсно. Хочеться також запитати тебе. Дивись, у людей зараз одна з найбільших проблем – це часто втома. Причому така, знаєш, хронічного характеру. Це через те, що вони мало займаються фізичними вправами? Чи як це може бути? Ну, многие люди просто, когда, во-первых, и не занимаются, и постоянно работают, получают стрессы, они не восстанавливаются, снова не переключаются. Опять же, напоминаю, что отдых – это смена деятельности. Вот, и, соответственно, накапливают вот этот стресс, у них происходит выгорание. Вот, и тогда люди, вот прям им тяжело выйти из этого состояния. Есть книга такая «Выгорание», кстати, у нас с девочками мы недавно читали. И очень важно людям выходить из этого цикла, то есть завершать цикл стресс-реакции. Там мы каждый день получаем какой-то стресс, мы уставшие. А как выйти, опять же, один из способов – это физическая нагрузка. И вроде бы человек уставший и говорит, а я и так устала на работе, куда же мне еще заниматься? Но стоит только 5-10 минут начать тренировку под любимую музыку, например, да? У человека выделяются эндорфины, и все, усталости как не бывало. И даже вечером после сложного рабочего дня пойти на тренировочку, и сразу энергии становится больше, и радости в жизни. Вот цикл нужно завершать. От мені ще цікаво, ти зараз розповіла про те, що вмкнути улюблену музику. В тебе великий досвід роботи з людьми. Чи могла б ти сказати, як ще ти їх підзадорюєш для того, щоб вони все ж таки починали заняття спортом? Музика. Хтось там ставить якісь цілі. Що ще може бути? Поки чоловік сам не захоче, ничего не будет, не поможет никакая мотивация. Но я за то, чтобы каждый день мотивировать себя. Все-таки даже не так мотивация, как дисциплина. Хочешь, не хочешь, надо написать себе распорядок, поставить в план свой ежедневный, потому что все люди должны писать план на неделю, на каждый день, открыть свои ежедневники, посмотреть, что они сегодня делают. Вот они же на работу ходят, кушать готовят, для семьи что-то делают, но для себя же тоже надо что-то сделать. Поэтому в свой план обязательно надо внести хотя бы час на себя, на свое тело, любая физическая активность. Можно сегодня просто прогуляться, завтра можно пойти в бассейн поплавать, послезавтра можно пойти потанцевать. Но обязательно. То есть это поможет всем на всех уровнях, не только на физическом. Плюсов тут больше. То есть это мы будем лучше выглядеть, мы будем лучше себя чувствовать. Соответственно, у нас всегда будет лучше настроение, лучше отношения в семье, мы будем больше успевать и так далее. То есть этот список безграничен. Ну, от мені ще так само цікаво, можливо, були якісь, знаєш, у мене подруга одна була, почнемо з того. Або це, знаєте, як кажуть, сповідь через подругу історії. Mm-hmm. Да? Вона для того, щоб потім дозволити собі там великий гамбургер, сказала, що я буду місяць нічого такого не їсти, займатися спортом. Тобто була ось така у неї мета. Однієї дівчинки вона сказала, я собі потім куплю там спортивний костюм такої-то фірми. Чи були у тебе якісь такі цікаві історії, що дівчата ставили перед собою певну мету і заради цього тренувалися? Да. Ну, я как тренер часто веду групповые занятия еще, наблюдаю вот такой график, что девочки, есть те, которые ходят регулярно, вот целый год
не пропускают вообще. А есть девочки, которые приходят за 2 недели до Нового года, за 2 недели до 8 марта, за 2 недели до лета, и каждая уже персонально, там за неделю до дня рождения, например. Да? То есть очень много таких. Вот. И они вознаграждены, понятно, у них цель привести себя в форму, временно влезть в платье. У меня еще были такие, которые так и говорили, так мне срочно надо влезть в платье. У меня там мероприятие, и мне ничего не интересно, главное сделать так, чтобы я влезла в платье, все. Вот. Я мотивирую себя новой формой. Вот, например, для меня фитнес – это зависимость. Да? У кого-то зависимость – это вредные привычки. Я выбрала себе лучше вот такую зависимость, как йога, фитнес, вот активный образ жизни. Может быть, каждый день я мотивирую себя новой формой, ну, потому что я как тренер. Вот девочкам тоже советую себя, потому что когда вот одежда мотивирует себя очень хорошо, особенно когда у них уменьшаются размеры, улучшаются пропорции, они могут себе позволить наряды, которые раньше не могли позволять. Поэтому круто менять гардероб. Вот. І це хороша мотивація. Ви, як дівчата, звісно, це все класно. Да, дівчата, ми говоримо, давайте згадаємо трішки чоловіків. Чоловіки до тебе приходять на тренування? Мужчин зараз не тренірую, але раніше тренувала. Да. Я просто чого згадав. Є у хлопців така тенденція прийти за місяць до літа. Да. Підсніжники, так звані. Да, да, да. І отакі банки за місяць зробити. Хотів запитати, як часто у тебе це. Коли ти тренувала чоловіків, в основному на чому у них акцент був? От що вони хотіли покращити? Ну, на самом деле, у многих мужчин теж проблема є. Есть в похудении, да? Не все приходят просто подкачаться. У многих мужчин проблема с животом, такой пивной животик. Внутренний висцеральный жир, который у нас на внутренних органах, и делает им такое, не как у женщин, когда складочка такая, мы можем ее взять и потрогать, а такой барабанчик. А такой барабанчик плотненький, упругий. Это означает, что у них жир на внутренних органах. На внутренних органах, потому что мужчины часто любят попить пиво, а к пиву какие-то орешки соленые, сухарики. Это все приводит к тому, что если еще и не занимаются, вроде бы тут везде стройный, а животик торчит. Вот. Но это не всем нравится, поэтому многие, конечно, хотят убрать живот, но не так легко его убрать, потому что это висцеральный жир внутренний, он сложнее уходит, чем... Так, а що ти скажеш про тих, хто поєднує? Тут трішечки набираю, тут паралельно зганяю. І по суті він не уходить ні в плюс, ні в мінус, а якби ну, тримається. Так, да, да. Всю неділю ми працюємо, на вихідних ми розслабляємося. І потім опять плюс 2 кілограми, опять всю неділю ми вбираємо. Це у дівчинок теж так є. Вот, ну, всі хочуть розслабитися, всі хочуть собі щось розрішати. Але вот, я за те, щоб не ограничувати себе завжди. Вот, но крайности, чтобы не было. Знаете, чтобы был образ жизни вот такой, когда нам комфортно, чтобы мы умели себя вовремя контролировать и тоже уметь наслаждаться жизнью. Не надо быть прям чересчур фанатиками здорового образа жизни. Так, ну хочеться також повернутися до важливої теми. Одні спортсмени кажуть, що важлива дисципліна. Інші кажуть, що важливо себе правильно мотивувати. На твою думку, щоб людина займалася, щоб вона слідкувала за собою, що важливо? Звісно, в ідеалі це сочетати то і друге, але якщо вибрати між мотивацією і дисципліною, я все-таки за дисципліну. Вот все-таки дисциплина и систематичность, и неважно, там сегодня у нас есть мотивация, завтра мы проснулись с другим настроением, у нас нет мотивации, дисциплина должна быть всегда. Все за розклад. Да, поэтому пишем в расписании себе, а потом зачеркиваем обязательно. Так, ну також є такий момент, от є люди, які можуть собі дозволити тренажерний зал і особистого тренера, є, які не можуть, на твою думку. Да. Дома теж нормально займатися, чи все ж таки конечно. Краще в залі? Нет, неважно, дома или в залі, или на улице. Особенно когда уже лето, весна, это все отговорки, когда нет возможности, там еще что-то. Сейчас много доступной информации, кто хочет, тот найдет, и в интернете можно, и дома надо метр на метр, вот мы дома тренируемся с девочками, нам достаточно места, коврик расстелили, вот положение коврика, этого места достаточно для тренировки, вот поэтому не обязательно тренажерный зал. Також кажуть, що фізичні вправи, вони покращують наш психологічний стан. Да. І чи є в тебе серед твоїх підопічних дівчат,
яскраві приклади цьому. От вона прийшла, наприклад, так, у мене просто є також знайома, не сповідь, не сповідь, але все ж таки є. Вона була трішки подавлена. Вона пішла займатися, і от місяця два, ну, нічого не змінювалося. Вона була подавлена, проти дисципліна, а потім вона каже, слухай, так я, в принципі, нічого така. І, ну, справа не у зовнішньому вигляді, а у психологічному стані зміни. Це дійсно так працює? Конечно. Во-первых, у нас організм – це цілісна система. Да, у нас все вместе, в комплексе. Когда у нас начинает работать тело, то и душа, ментально мы тоже приходим в норму. Во-первых, на физическом уровне это когда у нас выделяются гормоны радости через физические упражнения. С другой стороны, во время тренировки человек забывает обо всем, он переключается, он думает не о проблемах, а он думает о выполнении упражнений. Либо он параллельно там слушает музыку, он переключается. И, соответственно, тоже да, счастье становится больше. Вот. Мы, опять же, завершаем цикл вот этой стресс-реакции. У нас есть стрессоры, мы каждый день их получаем, накапливаем, и надо же как-то себя это сбрасывать. То есть мы выводим через физическую усталость негативную энергию. Опять же, если это связывать с астрологией, я еще просто астролог. Неожиданно. Вот, смотрите, двигательная активность. За двигательную активность отвечает планета Марс. Марс, он тоже отвечает за раздражение, за гнев. Вот, это энергия. И есть люди, которые в себе держат эту энергию, как бомбу замедленного действия. И если они не занимаются, у них постоянно происходят скандалы, ссоры в семье. Часто ужасно это бывает у людей. И им рекомендуется всего лишь просто тренироваться. И они сбрасывают этот негатив, эту негативную энергию Марса через физическую усталость. Переходят домой счастливые. І все, у них нет, не треба на кого-то збрасувати негатив. Слухай, прикольно, я навіть не думав, що воно так може бути. Цікаво. Тобто і рекреолог, і фітнес-тренер, і астрологія – це все в повному комплексі допомагає. Я соединила все это. Это несовместимые вещи. Я 14 лет работаю тренером, астролог я 4 года. Ведический астролог, ведический, потому что, опять же, это йога, это аюрведа, веды, индийская астрология. Ведическая это индийская. Так, ты, знаешь, тут просто уже... напрашується оце майстер-клас з астрології. Так, ти хто за гороскоп? Я риба. Які мені від спорту зірки радять, ну, щось такого плану, що вони мені пророкують? Зараз я відкрию вам секрет. Чекайте, барабан. На самом деле, вот, например, вы считаете, ты, извините, да, люди считают себя в каком-то знаке солнечном. По обычному гороскопу у нас раз в месяц солнце меняет знак, люди рождаются. Вот, например, я всегда думала, что я телец, потому что я родилась 29 апреля. Но это все примерно, солнце по часам не ходит, там плюс-минус. Вот, если рассчитывать натальную карту, карту рождения, где есть 12 домов гороскопа, 12 всех знаков зодиака, 12 сфер жизни, то видно, что восходящий знак, например, который восходил на горизонте, а он важнее, чем солнечный, это может быть любой знак. Вот, например, ты думаешь, что ты рыба, а при расчете натальной карты может оказаться, что твой восходящий знак, асцендент, самый главный, который на самом деле на тебя влияет, это, например, телец. А вот, а лунный знак, который еще лучше влияет, да, может быть тоже любой. Луна меняет знаки каждые 2-3 дня, а Солнце раз в месяц. Вот, соответственно, у вас есть знакомый, вот подруга есть, тоже рыба. Так, ну, у нас же... есть в редакции, у нас есть рыбка одна. Но она же по-другому выглядит. Да, вона світленька. Да. У нее другая судьба. Другой характер, другая внешность, да, вроде бы рыба, вот, поэтому не так сильно, не сильно характеризует именно солнечный знак. Больше все-таки человека, на самом деле, восходящий и лунный знак. Те знаки, где была луна на момент рождения. А вообще, тоже еще один секрет, на всех людей влияют все 12 знаков зодиака. Это как? У каждого человека, опять же, натальная карта состоит из 12 домов гороскопа, и каждым домом гороскопа управляет какой-то знак, соответственно, каждый знак зодиака у каждого человека управляет какой-то сферой, вот, и вносит влияние очень-очень большое.
на жизнь, судьбу, характер і так далі. Слухай, так класно розпочали зі спорту. Да, неожиданно, неожиданно. Класно. Дякуємо вам. З нами сьогодні була Аліна Кузюмович. Ми поговорили про спорт, поговорили про те, як правильно відпочивати, і навіть відкрила нам такі секрети, якими ми з вами радо поділилися. Дорогі глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, подивитися, що сьогодні пророкували вам зірки, скільки людей зі шоу-бізнесу завітали до нашої класної, яскравої студії, у вас є можливість все це переглянути на нашому YouTube-каналі. Так, і обов'язкова умова, аби вчасно все зрозуміти і побачити, увімкнути дзвіночок. Це важливо.